Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс и лучший скин под пивасы. Да, именно под пивас. Что у нас по боевому пропуску? Мы продвинулись, в принципе, оружие вот это новое, мое любимое ИСО-оружие. Да, действительно, оно очень сильное против ботов, как ни странно. И я тебе сейчас покажу его сборку, она чуть-чуть отличается от тех, с чем я играл ранее. Скоро до этого доберемся. Это, в принципе, весь боевой пропуск, все новое оружие. Будем потом смотреть, что за эти пухи такие. Вот, что за это пуха, что за это пуха, посмотрим. Что за это мы посмотрели и что за это посмотрим. А пока что под пивас отправиться с рандомчиками вот сюда, в Альмазар Сити. Давно я здесь не был, писали здесь ботов, накрутили до бешенства просто. А челики просто звереют, поэтому пойдем. Пойдем сегодня сюда, в Альмазар, и зачистим пол карты, либо всю карту всех диких, если их так назвать, и по максимум челиков. Давай, приступим. Пойду я, Сиса. Итак, вот она, Альмазар. Я хотел сказать, надо денег подфармить и купить оружие. Вот что значит, давно не играл. Опа, бот появился и исчез. А здесь появился, а наверху исчез. Да ладно. Не, он тут точно был. Можешь отмотать, посмотреть. Боты такие же, как по мне. Ящик с тайником, что здесь? Ничего, а рандомы у меня стоят на месте. Это нормально. Может, не загрузились, о, побежали. Нет, один побежал, второй. Надо подлечиться, говорит. Зашибись. Ёб твою мать, это ж просто боты. Солнышко. Солнышко, ты как себя чувствуешь? У них работает. Да, это стиратель ботов, конечно. Но боты, Брикс решил просто пофармить. Сейчас бы его вот этот закрыл. У меня уже нет брони. Естественно, зайка, дай брони, пожалуйста. Такая симпатичная, да? Ёлы-палы, он проснулся. Это он, легенда. Легенда. Что тут, ботов можно броню пособирать? Понял. Здесь РПК мой любимый, все. Ну, пока не занерфили. Ну, пластиночку нашел. Кто-то стреляет, я уже слышу, что у нас челики здесь. И, очевидно, с этой командой мы отсюда не выберемся. Либо в соло выбираться как-то. Опять-таки, соло не добавили. Нифига. Пластиночка. Да, блин, спасибо. Здесь сумочки были, подожди. Сумочки то ли в этом месте, то ли в другом. Бронежилет на две пластины. Подсумок для брони. Не знаю, отмечу. У одного нет подсумка просто. Ему так нормально. Да. Элитная, не элитная. Но 30 патриков хватает. Ну и хер с ним. Мне надо броня. Жестко не хватает брони. Опа, здесь что-то синим светом. А здесь брони нет. Пропуск цитадели есть. Нахер он мне. О! Блин, да пожалуйста, бот. А что, здесь открыто разве? Нет. А куда убежали они? А, не по крыше ходит. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Это, конечно, хорошо без брони. Выполнение контрактов приносит деньги, которые можно тратить на снаряжение. Какой-то в желтой форме. Я только броню собрал. М-ка у него. Как босс какой-то. Только не сказала, что босс. Вижу цитадель противника. Да зашибись. Так, и денег у меня нет нифига. Вообще ненавижу этот респ. Кто-то стреляет уже.
Одна плашечка, то есть, что с тремя я начинаю. Брикс полетел. Ну, там враги могут быть просто. Вот, 200 метров кто-то метку поставил. И я с этим, в принципе, очень... Ваш отряд рассеян. Вместе ваши очень согласен. Выше. Там могут быть челики. Поэтому я предлагаю немножко обойти это дело. С воды. Я в воде. Боже, какая красивая вода. Это камень там. Я постоянно в этом тумане играю, понимаешь? КБ-4. Мне уже по два рандома дают. Ну, как дают? И приходит то 4, но кто-то 30-40 левела. И ребята легают. Просто сваливают. Просто сваливают. Самые смелые низкого уровня, они остаются. Принцесска. Это ж принцесска, да, туда пошла. Принцесска откисла, но этого стоило ожидать, конечно. Чё ж ты хотела-то? Чё ж ты хотела? Ну там же вражеский отряд. В принципе, он там все время был. А я вот плыву теперь, просто нарываюсь на неприятности. Иду. Без брони. Какой-то мусор в этих контейнерах. Хотя в КБ-4 играл, ребята. В этих тайничках. В этих тайничках прям алё-алё. То есть, возможно, ее еще и боты убили. Принцессу, да? Потому что тут уже Брикс, они перебежали вообще бесстрашные. Им все равно, если убьют их. Я не такой. Я не могу так. О, слышишь? А здесь, смотри, все полутано. Аптечка, у меня был квест какой-то, но... Сейчас его нету, наверное. Боты живые, очень странно. Блин, в окно по... И я не знаю, как он управляется, но очень интересно. Боты стреляют. Ой! Ботиночки! Я ранен! Пойду крышу чекну. Понял. Меня зацепили! Контроль, пожалуйста, эту сторону, я... Я с ними разберусь, у меня стиратель. Блять, контроль, говорю. Вот ту сторону. Я с тобой. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Там щитовик сидит. Саморез, броня. Чё ты взял? Чё это за оружие? А, вот мой ИСа. Ёб твою, я ж не выбирал его даже. Я не выбирал его, я тебе честно говорю. Чё там за звуки такие? Бля. Да, блин, саморез я хорошо взял. Вот это ботинок. Поднимет меня кто-то, чтобы я саморез, короче. Давай, боец! Солнышко, это ты! Это ты, у меня брони нет просто. Здесь подсумок. Есть броня у тебя? Ой. Надо подлечиться! Да не говори.
Здесь полевая модификация. Отвлекающая пошла! Блин, брони нигде нету. Денежку подлутали тут, наверное. Да, ну надо магаз. У меня две плашечки только. Осколочную возьму. У меня термит был. Подожди. Термит у меня не кончился. Класс. Твою мать! Еще идут откуда? Плашечки нет. А зачем мне подсумок? Ты откуда вылез? Я под обстрелом! Мне броня, чувак, надо. А, третья броня есть. Третья не надо, у меня все есть. Здесь закрыто, да. Тут закрыто. Нашла наша. Наша принцесска. Женский скин просто, да? Ну, блин, выглядит как принцесска. Так, ящик для брони нигде нету, наверное. Конечно, нет. И что здесь интересного есть? Может, что-то добавили, не? Я не вижу, что добавили. Здесь телефон с контрактом. Короче, нам надо, во-первых, нам надо магазин. Здесь крутые трофеи. Нам надо магазин. И вот этого можно тоже будет. Кто его вызвал? Видать, челики есть уже. Очень надо магазин. Опачки. Не, ну это ботинки, наверное. Я не думаю, что тут так будут газовать. Бросаю гранату! Нихера себе, это что было? Это что по мне было сейчас? Я по ним бросал, по мне никто не бросал. Как он появился здесь? Вопрос. Ой, бля. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. А где же мои эти? Броню оставили. Они здесь нашли броню. Смотри, закрысились. И тихонечко сидят. Понимаешь? Кассу даже не пролутали. И тихонечко сидят. Жалко, что второй раз нельзя брать. Блин, они отсюда пришли, все. Пора сваливать, ребят. Пора сваливать. Здесь мне в магазин надо. У меня ни брони, ни хера у нас нету. Я пошел на магаз. Я даже поехал. Так, что я продать могу? Аптечку могу продать, кстати. Так, сама реанимация, во-первых. Противогаз и брони. Сколько смог. Вот, денег у меня не так уж много. У всех сама реанимация есть. Так, теперь что у нас по контрактам? Как насчет охота на отряд? Принято, вижу телефон. Принято, займемся контрактом. Да, займемся? Не, принцесса покупает. Что-то принцесса. Скаутесса, короче. Скаутесса это наша принцесса. Я надеюсь, это боты. Я думаю, это боты, ребят. Обычно сюда боты прилетают. Да, это и есть боты.
Блин, он там остался, ему боты надо, да? А нахера они тебе нужны? Разве что для брони. Ну, ты прожмешь F, не? Ёлы-балы, как с вами играть, ребята? Чё вы творите, дичь какую-то? Что-то у меня фов как-то двигается непонятно. Ультра, в упоминается группа противника, захватившая ценный трофей. Ёпты! Мы получили контракт на его возвращение. Очень далеко. Очень далеко. Начинается. Откуда вы тут беретесь? Принцесска, кто там? Кто там? Кто там? Блин, а там игроки, да? Еще один есть. У меня только коктейль Молотова. Есть, да. Есть наш ящик с боеприпасами. Да боеприпасов хватает. Брони не хватает. Кстати, можно у него посмотреть. У них снайпер. Точечный авиаудар есть. Прошу поддержку с воздуха. Цель отмечена. Это Феникс-2-3. Цель наблюдаю. Ждите удара. Один это главный. Похоже, вас кто-то опередил. Цель контракта уже убита. Бля! Убивать, а? Блин, дружище, я не хочу тебя лутать, я хочу реанимацию тебе сделать. Реанимацию, понимаешь? Реанимацию. Теперь их исполнители знают, где вы. Не надо было брать, их трое должно быть. Или они вышли уже? А, они... Нет, не вышли. Ящик с боеприпасами возьму. Оглушающую возьму. Тут кастомное оружие. Давай. Где-то третий должен быть, да? Ребята, третьего сами убьете, а? Пожалуйста. Один, вы взяли жетон. Теперь вас преследует отряд противника. Смотрите. А, то кустик, то кустик, ёпта. Не, ребят, все сидеть здесь не будут. Я не буду. Так точно. Кто-то останьтесь там. Как сюда залезть только на вышку? Кто знает? Принцесса, ты знаешь, я забыл. Я забыл, как сюда лезть. Ну, очевидно, она на крыше где-то. И лезть надо сбоку. Так, но кто-то третий есть, и он... Ультра, это главный. БПЛА начал патрулирование. Тут все полутано.
Так, а где он? Я вообще его не вижу. Я вообще не вижу его. Может, они вышли уже? Чего он не выходил так долго? Может, они вышли уже давно? Просто я не знаю, чего они не выходили тогда. Блин. Блин, это просто паркур какой-то его носит. Опа. Кто-то стреляет. Он еще так сделал, я думаю... Опа. А, вышел. Давайте вертолет собьем этот, а? Вот здесь кто-то есть еще. Здесь остались только боты, короче. Боты нам не надо. Ёлки-палки, я не хочу, чтобы кто-то другой... Я не хочу, чтобы кто-то другой рулил. Они уже на выход намотались. Ёлки-палки, ребята. Вы же никого не убили. Вы никого не убили. А валява, да. Пошли отсюда нахер. Ну вас нафиг, ребята. Почему в КБ-4 вы никого не убиваете? Почему здесь вы не хотите? Вы на корточках сидите. Че это за геймплей такой? Я не могу уж. Иду сюда. Кстати, я хочу лахман попробовать. Как тебе идея? Собрать? Собрать и попробовать. Пластиночка. Дверь открыта. Хороший знак. Блин, они откисают от ботов. Я не знаю. Сюда идите. Сюда. Черт! Нас кто-то опередил. Будьте начеку. Нас кто-то опередил. Да, здесь кто-то лутался. Скорее всего, здесь был рез. Это главный. Ветер в районе усиливается. О, уже вам ветер усиливается. Ёлы-палы. Ни вертолет не сбили. Очень медленно. Ребята соображают. Я отсюда не попаду по нему. А что у меня есть? Снайперка. Вот и патрон, смотри. Патрон как снаряд. Этот быстрее летит, чем у снайперки. Чё, где они? Ёлы-палы. Опа, что-то гудит, я думал. И опять боты на этом вертолете. Я возьму. Уничтожитель ботов просто. Они на корточках. Ребята, у нас ветер усиливается. Нам бы сюда. Да, мне это пригодится. Кто там, игроки? Кто боты вонючие? Давай я поведу. Блин, броню только тратить. Мне бы броню чуть-чуть. Все сели, нет? Нет, не все. Нет, не все. Ох, и джип, ёб твою налево, его... Пожалуй, я водить не хочу такое. Ох, и джип, ох, и джип. Противник поднял тревогу, будьте осторожны. Да, я понял уже. Я не хочу дальше ехать. А здесь и был, по-моему, у нас эвакуация была. Разве нет? Обнаружен боец противника. Нахера ты мне ботинку метишь? Нафига ты мне метишь этих? У меня квест есть, кстати, выйти застрахованным оружием. Иду сюда.
Блин, кто-то вызовет. Отдайте это мне. Вызовет кто-то? Чё там на двоечке ты увидел? Иду сюда. Блин, это ботинки, я говорю, вертолет, вызови эвакуационный. Ёб твою налево. И направо. А, вызвало, да? Броня. Пластиночки. Перезарядочка. Если я выйду, я выполню квест. Я не понял, кто сдох там и за чего? Я не вижу из-за дыма ни пирата. Ну ладно, вы выбрались, ребята. Ну, наверное, благодаря мне все-таки. Все-таки благодаря Алексу. Посмотри, даже брони нет. Вот это команда, да. Вот это команда. Если бы я где-то третий сидел, но он, походу, идти не хотел их выручать. Он не хотел выручать их, потому что они долго не выходили, эти. Короче, без меня, походу, они бы просто не выжили бы. Они просто не выжили бы без меня снова. Я не понимаю, если ты хорошо играешь, тебе будет рандомов таких в обучение давать? Так, выход... подожди, высадиться застрахованным оружием. Был квест. И эвакуироваться застрахованным оружием. Я чё? Это застрахованное? Это моя любимая пуха. Я всех спас, и принцессу, всех. Так, ну чё? Чё, кто в этот раз? Ой, серьезные ребята. Я уже боюсь. Серьезные, реально. Херна Рой и Аладдин. Ну, Айден, но будем считать. Нифига себе, я здесь никогда не спавнился. Давай карту откроем. Я не знаю, что здесь делать. Ага, есть вышка, но я ее не хочу. Заправка, мне заправка нужна, слушай. Вот здесь можно посмотреть, что, да? Давай здесь посмотрим, что здесь. Я здесь не помню спауна. Ты смотри, спауны поменяли как-то. Здесь есть, в принципе, и магазин. Есть и ботинки. А, ты пошел туда смотреть. Ладно, я в палатку пойду. Меня зацепило. Я вырубаюсь. Игра. А что это было? Это с гранатомета кто-то? Из Лос-Альмоса. На него есть контракт. Подтвердите ликвидацию, чтобы получить оплату. Мне опять флашечки надо. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Да, конечно, такую активность сделали тут. Жесть просто. Жесть просто, а не активность. Здесь зато машина есть. Подтверждаю, это Эльдо. Выплачиваю вознаграждение. Подождите, ребята, давайте на магазин съездим. Вот где магазин был? Вот сюда. Добыча. Плашечек купить. Но у меня одна плашечка, у вас брони нет. У нас есть деньги на вторую броню уже. Нахера тебе тот магазин аж? Вот же есть. То есть они не понимают даже, что делают, да? Вы бы плашечки здесь купили хотя бы себе. Ладно, я их в любом случае поддерживаю, поддержу, да? Это же моя команда, мои рандомы. У них мега-мозг. Вот, здесь 100% есть ЧВК, есть челики, есть много-много диких. Ну... диких, как в Таркове, да, ты же знаешь, я в Тарков поигрываю. Правда, последнее время нифига не записываю тебе. Вот, потому что он глючит. Есть определенные проблемы с оптимизацией на некоторых локациях.
Есть откидывание. Опа, там стрельба. Там стрельба есть. Разведка обнаружила бронированную цель с оружейным ящиком. Она уже отмечена на вашей карте. Разрешаю ликвидацию. Атакуйте на свое усмотрение. Нок. Блин, неудобно. Лёжа, неудобно. Я нокну. Еще один где-то здесь был. Ультра-1, выполняйте контракт. Возможно, здесь. Зарабатывайте деньги для станции покупок. Возможно, здесь где-то. Ультра-1, внимание. Возможно, здесь где-то. Который вы взяли. Готовьтесь к контакту. Ультра-1, вы взяли жетон. Сколько им говорить? Теперь вас преследует отряд противника. Смотрите. Опа. Вот. Возможно, здесь где-то. Они здесь все полутали. Но больше бежать некуда. Туда бы он не добежал. Сюда может. Я одного ранил изрядно. Их двое было. Отметила подсумок для брони. Да не, здесь еще один был. Ну что вы за ребята такие? А неужели там двое? Активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Да елы-палы, тут никого вообще. Тут даже не лутали вроде. Опа, ключ какой-то. Здесь штурмовая винтовка. Ключики возьму, потом по квестам, может, какие-то понадобятся. Опа. А, это наши, наши едут. Понял. Надо подлечиться! Надо подлечиться. Там ботинок, да? Что там у нас? Может, двоих они второго нокнули? Еще, может, он здесь сидел, да? Один, но они вышли, значит, все. А, да, да, я одного, а не второго. Я одного ранил, все, троек нету. Ой, троек нету, так, ну тебя нахер, можно я так сяду? Во, со своей музыкой, короче. Давай на магазин, мне очень надо броня, у меня нет ни хера брони. И мне надо топливо найти, короче, и заправить машину. Мне надо заправка будет. Однозначно. Ай, мне надо заправочка. Так, саморезик у меня же есть, да? Средний рюкзак возьму. Все. А то у меня минимальный. Ноутбук можно продать. Ультра-1, в тайнике неподалеку вас ждет предмет. Возьмите его. Сейчас, 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 я броней. Горелка, ты видел, сколько стоит? Ты видел, сколько? Блин, меня проглючило. Так, я могу точечку купить. У меня тут броня. Ультра-1, внимание, удар противника летит в вашу сторону. Офигеть! Не, это уничтожитель, это стиратель ботов. Просто стиратель.
Куда ты, дорогуша? Ой, блядь, они везде здесь. Точечку дать, но не надо. Побережем. Так, мне надо заправка, кстати. Ближайшая. БПЛА? У меня точечка, чувак. У меня точечка. У меня все забито. Вон, пропуск от цитадели есть. Я хочу заправку. Заправку я хочу. Так, а у кого нету? У всех есть. Ладно, я возьму еще одну. Я возьму еще одну. Еще одну возьму. Себе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Они там и слушают какую-то музыку, наслаждаются, так сказать. Мне бы вот туда вот, на заправочку, починить машину. Точнее, найти канистру. Вот, и заправить ее в дороге нам. А вот такой вот квест, короче. Но походу, во, согласен, давай на это. Давай на это. Ну а чё-то ты знаешь? Чё-то какой-то звук был, как будто бы челики были там. Канистра. Как заправить? Сесть во внедорожник. Нет. Ультра-1, мы заметили. Мне надо заправить как. Канистра где? Забрать так. Стрелять с упора, сесть, непонятно. Возможно, это не на заправке. Кто здесь что кидает? Что, все готово? Ладно. Я потом посмотрю. Что у нас здесь? Охота отрядов? Может, есть что-то? Нет, доставка груза. Что-то уныло все так. Вот здесь челики есть. Надо будет брать потом какую-то машину и что-то делать. Обязательно что-то делать, заправлять ее как-то канистрой. Непонятно как, но видно, не на заправке надо заправлять просто. Но канистру я взял. Сейчас где-то станем, может, топливо кончится, может, я заправлю. Так, вот здесь крысы. Нет, то антенна. То антенна. Здесь очень много крысюков. Вы понимаете? Цель отмечена. Вызываю огонь. Вас понял. Финик, смотри, район. Ждите удара. Блин. Я уже боюсь. Будет сделано. Здесь ботинков много. О, блин, ну вот как играть, да, когда ботинки тебя сдают. Они уехали. Мне нужны снаряды для гранатомета. Блин. Меня зацепили! Отправлено! Противник может быть рядом. Ёлы-палы. Я обязан тебе жить. Ха-ха! Чё? Не ожидал, блин? А?
по-любому придут сюда резать. Это что такое? Нет, тоже канистра есть. Да, да, ребят. Алекс работает. Опа, и вы работаете, да? Нормально, он сюда и шел один. Что там, подлутал все? Оставил боеприпасы. А ящик можно мне взять? А, понял, так не берется, да? Говно такое. Так, ну, ладно. Ладно, пополнили. Так, машина! Машина заправить. Вот и. Надо подлечиться! Еще один. Блин, эти ботинки... Бегут сюда, слышишь? Как намет. А почему только на меня? Блин, я эту машину не заправлю, по-моему. Я ее не заправлю. Почему только на меня? Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Ультра-1, внимание, противник отслеживает жетон, который вы взяли. Готовьтесь к контакту. Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Ага. Легкий внедорожник противника. Мой легкий внедорожник уехал. А чё они боятся так, а? Пофайтиться, я вот откиснуть не боюсь. Цитадель отмечена. Они вот отмечен. Там. Блин, вам заправка не надо? У вас там музычка, кастомки всякие. Вон там кто-то выходит уже, здесь. Здесь кто-то выходит, ладно. Едем на цитадель. Итак, короче, я не знаю, я уже сколько здесь пострелял я за эти две катки. А ведь они непрерывные у меня. То есть это не то, что я там где-то зашел, перезашел. Я, если честно, хотел посмотреть, как игроки играют. Возможно, действительно, надо... Подожди! Мы на химика? О! Давай! Меня ребята просили. Я однажды вынес... Где он, вонючий? Я однажды вынес, ну, ты понял, вот эту М13Б, никому не нужную. Вот, и отдал ее ребятам, они так просили. Так просили просто. Прям слезно просили. Они вдвоем этого химика так мучили, но я пошел в соло его замучил. Взял противогазы. Я не знаю, мне многие пишут, они не работают так. Я прямо у ботов поднимал там, как не работают. Ну куда ты? Ну ёб твою, ну что за боты? Чё вы прячетесь? Не прячьтесь. Вот, видишь, противогаз лежит. Я тебе сейчас покажу. Вот, золотой. Вот, он лежит. Да задрахал ты уже меня, а? Он лежит, ты его берешь. Одеваешь.
Ой-ой-ой, у меня патронов нет, ребята. Мне надо срочно. Вот, обычный, да? Есть золотые, есть обычные. Блин, сейчас, ребята, у меня все патроны здесь закончились. Если бы я не прикрывал... Ты посмотри, у них нет патронов. Вот сколько противогазов. Блин, и магазин есть. Сейчас я куплю... А, здесь можно пополнить патроны. Сейчас, подожди. Подожди секунду, но у меня ноль. Вот. Иду, ребята. Иду. Противогаз есть у меня? Есть. Говняный. Надо будет собирать. Здесь вот так и выживаешь, то есть... собираешь противогазы и выживаешь с ботов. Но они не должны закончиться. Вот химик очень нужен им. Вот, и я не вижу, не вижу противогаз. Вот. Забрал. Я не вижу. Ультра 1, хорошо отработали. Химик убит. А, все убили, молодцы. Выбегаем отсюда. Так, здесь был еще противогаз. Вот смотри, заканчивается. Берешь еще один. Все, нормально. Я не знаю, зачем им химик, конечно. Че даст химик? Во. Мне патроны как раз нужны были. Оставил боеприпасы. О, блин, да нет. Где наш там герой? Не, офигенная пушка. Мне очень нравится. А мне очень нравится ИСа. Вот прям 2000, это кто пометил там, я что ли? Так. Ну, можем выходить, в принципе, да? Я не знаю, там скоро радиация вроде пойдет. Или на магазин кто-то хочет еще. О, это тут далеко, далекий магазин. Вот здесь ближе был, вот магазин есть. Ультра-1, противник поднял тревогу. Вон машину вызвали, кстати. Здесь враги. Ну, правильно, я понял, все, мы на выход типа чухаем. Хотя там может быть крыса тоже, и сейчас убьет нас. А я ни капельки не расстроюсь. Химика, да, давай сюда. Мы можем, знаешь, где выйти? Вообще вот здесь вот на последнем издыхании. Запросто. Запросто можем так выйти. Мы можем поехать вот это все подлутать здесь. Здесь можем подлутать. Я ранен. Воу! Воу! Ты чё? Дурак, что ли? Лашечку отдай мне. Ну, смотри, команда более-менее, да? А зачем тебе боты, ты мне скажи эти? Ну, ладно. Боты так боты. Это вытиратель ботов. И вытиратель челика. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. Да можем не идти сюда. Я предлагаю вот сюда поехать. Будет еще последняя точка эвакуации где-то здесь. Мы можем на ящике ехать. Один противник поднял тревогу, будьте осторожны. Я уже столько ботов настрелял, сколько магазинов я испортил здесь. И в ИСа, да? Я даже не знаю. Не сижу там, потому что там музыка играет. Я бы золотой газик себе купил. Но продать уже нечего. Ребята химика сделали, вот. Ну, на контейнер идти, конечно, это стрёмно. Кстати, контейнер что-то здесь лежит. Иду. Может, он здесь находится? Ладно. Пошли вон сюда. Куплю себе газик нормальный. Ультра-1, мы оставили вам предмет в тайнике. Заберите его. Чего? Какой предмет в тайнике?
Короче, у меня денег нету. Если надо деньги, то... Чё за в тайнике предмет? Вот здесь биться сейчас — это большая ошибка. Здесь биться сейчас — большая ошибка. Ёпая, вот почему ошибка. Вот почему ошибка. Потому что здесь выход. И здесь сидят, я не знаю, кто придумал здесь биться. Вот, вот и пришли какие-то вообще просто... Ух ты, что это со мной? Абсосы какие-то, да, и... И просто постреляли нас. У него, смотри, аэрстрайк есть, все есть. Они пойдут лутать по-любому сейчас. Вот, либо на выход пойдут. Не, лутать пойдут, вон. Здесь противник. Лутать мои пожитки пойдут. Мою пуху. Вот тут одного вижу. Да. Опа, да ладно. Нокнул. Аирстрайк. Все, один остался, ребят. Один на изи. Ящик вот. Или не попали. Непонятно, что, может, саморез был, но что-то быстро как-то саморез сработал бы. Может, друг там? С биноклем играет. Смотри, пуха интересная, какая у него, да? Офигеть. Они пролутали меня. По-любому. Если меня поднимут, я, в принципе, я не знаю, с голыми руками мне пуху дай. Не, лежит. Жить будешь. Лежит, лежит. Значит, не поднимают его. Сейчас я его залутаю. Я его залутаю сейчас. Он же броню забрал, наверное, все забрал. Ультра-1 это главный. А второй свалил, наверное, да? Эвакуируйтесь при первой возможности. Ух ты, нихера не забрал. Противник отметен. А где этот лежал? Ах ты, абсос. Я не вижу. Да нет. Поймал пулю. Ультра-1, мы оставили ценный предмет в тайнике неподалеку. Это боты какие-то. Бля, он где-то тут сидит, наверное, по-любому. Возможно. Иду. Не, сзади стрельба какая-то. Да он кинул его. Кинул его, бля. Кинул брата своего. Ну и хер с тобой, ладно. Подумал, но я там слышу выстрелы. А можно парашют открыть? В коем разе я смотрю. Не понял. Вы что, хотите? Да не, я не пойду один за ящиком, вы что? Не пойду. Да, он походу кинул его нахер. О, а мои ребята прям молодцы. Прям молодцы. Но в машине я не сижу, потому что там музычка какая-то, которая на ютубе может не пройти. А зачем сюда мы едем? А, сюда? Понял. Хорошо. Тут
Тут что-то гранатомет кто-то пускает. Как мне кажется, не? Вот это что такое? За отметка. Так, близко подъезжать я не буду. Я же говорю, плохая ситуация. Они даже меня не подлутали. Они что-то там сидели. Ну, два сыкуна, которые приходят поиграть. Ультра-1, противник. Опачки. Мне надо ближе подойти. Это бот. Отметила цель. Это далеко что-то. Вон. Внимание, в секторе жарко. Вот они тут. Там, да? Ай-яй-яй. Вижу опытного бойца. Внимание, в секторе жарко. Еще один боец тут. Я пойду, потому что саморез у него есть, наверное. Бля. Один под мостом лежал. Слышь, один у... Бля, а чё ж вы кинули своего друга? Один уехал. Фига себе. Открывает цитадель. Так, противогазик заменим. Чё здесь есть? Пропуска нет случайно? Иди нахер. О, газик какой. Хорош. Это наш вообще, не? Это наш. Так, ну смотри, и они кого-то постреляли, да, даже? Не только я, так. Молодец, команда. Получается, меня резнули, по крайней мере, не сыкуны. Ты посмотри, сыкун улетел, да, оставил своих двух здесь. Я по ним стрелял, я не знаю, я кидал термит, поэтому стрелял, потому стрелял. Там убежал чувак, и здесь убежал чувак, я не знаю, что происходит с ним. Я не понимаю, что происходит. А что вы ссыте проиграть-то, я не могу понять. Ну что же, ребята, вот такой вот подпивас, короче. Я думал походить Zero to Hero, но, к сожалению, не получилось, вот. Не получилось, я вернулся на родную... Альмагру, Альбагру, я вернулся, да, если точно сказать, в Альмазер, вот сюда, на родную карту, и честно скажу вам, ну, ботов здесь явно не подкрутили, не. Я не знаю, может и подкрутили, но по сравнению с Ашика, если тебе сложно играть здесь, не ходи на Ашика вообще. С вами был, как всегда, Алекс и самый лучший скин под пивас. Пока-пока, до скорого.